И всем привет, с вами я, Гоф Марк. Сегодня мы играем в Among Us 3D. Ну, как вы поняли, в Roblox. Я, как бы, ну, вы видите сейчас мою роль. Я точно не представляю, почему вы за мной ходите, скажите мне. Я вот задание выполняю, вот смотри. Видишь полоску зеленую, да? Смотри. Да, блин. О, кого-то уже, кстати, убили. Пашу! Пашу убили! Кстати, ко мне Паша зашел. Пашу убили. Так, Вик, за кого? Паша. За кого, Вик? Вик, за кого голосуем? Скажи мне, пожалуйста. Я не сказала, что тебе. Ладно, я тоже не буду говорить, за кого. Ну ладно, я за тебя проголосовала. В смысле? Зачем? Я в чате написал «Осуждаю!» За такое! Был самозванцем, один самозванец остался, Вик. Один самозванец. Кстати, я почему-то без маски. Все увидели мое лицо, отлично. Так, ладно. Сейчас без этого. Так. Так. Я проводачина. Вот видишь зеленую полоску, смотри, раз, два, три. Все, она заполнилась. Так, зачем? Красный нажал кнопку. Бровану мертв, Паша. Ну, из бокса. На боксе у меня есть друг. Мале вышел из игры. И Дзитикс был выше. Никто не умер. Мне кажется, это сахар. Сахар. Сугар, да. Сахар. Сахар убийца, наверное. Если это да, то это быстрая катка вообще. Нет, он не был убийцей. Откуда вот ты знаешь? Не был самозванцем. Был. Не был. А, не был. Был. Знаешь, как я и говорю. У меня, кстати, гличеванная мышка, ну, глич-мышка. Глюк-мышка у меня. Такая в тистичках. Да, блин. Да, блин. Ладно, так, я пошел дальше выполнять задание. Вика, чё молчим? Осуждаю. Крепко осуждаю. За что? А тебя убили. Тебя убили. Да. Я не скажу, кто это был. Сейчас все... Ну, когда ты посмотришь видео, ты увидишь, кто был. Убийцы или же убийцу выгонят просто. Вот кто я, убийца. Я за сни... Короче, за розового гол... все проголосовали, типа два. И типа в итоге то, что он не был. Не был. Ну, сейчас я буду бегать за предателем. Видео ты это увидишь, Вик. Ты поймешь, кто предатель. Я не буду говорить, кто предатель, просто, ну ты или же просто увидишь, кто был предатель, когда катка закончится. Тупо два привидения ходят за предателем. Опа, предатель при мне в люк зашел, зачем-то. Так. Экстренное совещание.
Паша не выходил из игры, кстати. Интересно, мне Паша позвонил в этот момент? Нет, Паша мне не звонил. Окей. Так. Хаурей не был предателем. Мне все, мне. Я просто этот хожу. Я, кстати, Вика стал красным. Я теперь красный. Ну, просто чтобы ты знала, я красный. Окей. Я красным таки останусь. Так, ну, я точно не предатель. Ну, сама все на видео увидишь. Так, я опять же повторяю, чтобы ты не забыла, я не предатель. И еще, кстати, этот, я красный, Вик, я красный, окей? Ты там находишь. Да. Кстати, я могу желтого называть, который шапкой ходит, перепечка. Почему? Ну просто перепечка. У видео из Йоши, там, ну, ютубер есть такой Йоши. Они там играли с друзьями, с Ланой, Евой, Ульяной. В Roblox, ну, просто в Among Us, настоящий. Вот и там у них был перепечка, и он там за перепечкой играл, и этот... Типа думал, ну, говорил то, что это перепечка. Ну, как бы он играл за перепечка, а перепечка играл за Йоши. Ну, вот так вот. Чтоб ты знала, чтобы ты точно, ну, не палилась. Ну, короче, просто, я повторяю, я не знаю, зачем я повторяю, но я красный. Ну, просто, чтобы ты знала, я красный. Окей? Запомнила, Виктор, что я красный? Да. Интересно, мне... Нет, я красный, Вик. Мне тут показывают, что ты желтый. Я красный. Мне обожать показывают, что ты желтый. Я красный, Вик. Мне обожать. Зачем вы меня выкинули? Зачем? Ну я не был предателем. Вик, кстати, в этой игре можно этот менять ник, типа, делать вид, что ты типа другой игрок. Вот я поменял на сахара. Ну просто чтоб ты знала. Ну просто чтоб ты знала. Я думала, что это другой чувак. А. Я летаю, задание выполняю. Которое типа у меня... задание точно можно решение. Понятно, предатели выиграли. В этот раз я останусь таким же самым. Интересно, что в этот раз перепечка будет делать? Перепечка просто самый главный здесь. Перепечка легенда, легендарка. О, кстати, я вижу, перепечка поменял скин. Ну, желтый. Он себе уф сделал. Ну, ты на видео увидишь. Если ты не увидишь, как он выглядит на самом деле. Я с 14 робоксов.
Да, ну я ж потратил все 110 робоксов в какой-то игре, не помню. Что? У меня есть, Вик, у меня есть кнопка, этот следит за перепечка. Так, кто саботаж сделал? Кто саботаж? Вик, кто саботаж? Вик, надо делать быстрей. Я пытаюсь сделать быстрей. Мы сейчас проиграем. 8, 7, 6, 4, 3. Что, Паша был убийцей? Там в чат пишет этот что-то. А, подожди. У меня три друга играют. У меня играет Паша, ты и этот Дима. Дима. Дима пишет. Я ему говорю, кто. Я Марка хотел убить по приколу. Желтенький шапочка. Я опять не предатель, что очень плохо. Я тоже не предатель. Интересно, кто же сегодня станет предателем? Какие желтые в шапочке? А я не знаю, где он ходит, кстати. А где ты желтый в шапочке? Я не желтый в шапочке, Вик! Я красный, я себе ник поменял! В игре прям. Ты в курсе? Или нет? Нет. Да. В Роблоксе же новая функция появилась, то что этот. Можно в игре прям ник менять. Я давать свой ник этот другому. Вот этот красный принял ник. Я стал красным, как бы. Сейчас, да, я себе ник поменяю. Вот, все, Вик, Фартунейн, мой ник, я зелененький. Угу. Вик, перепечка ни за кого не проголосовал, а Вов все проголосовал. Нет, почему меня выкинули? Зачем? Зачем вы меня выкинули? Я был предателем, да, Вик, я был предателем. Да, я был предателем. Да, но ты на видео увидишь, как я убивал там их. А ты меня не убил. Нет. И в конце я тебе скажу сюрприз. Какой? Я, короче, этот бегаю за перепечком. Зачем-то, я не знаю, я просто бегаю за перепечком. Там привидением, понятно же. Перепечка спас! Он этот код ввёл. О, перепечка за тобой гонится. Ну, только что гнался. О,
Опа, Вик, свет. Подождите-ка. Так, где? Я нашли. Да. Так, нет, не меня. Тебя? Меня нет, я был выброшен. Меня выкинули. Да, выкинули. Far to name, это мой ник новый, который только что поменял. Я себе верну потом, когда выйду. Я просто по приколу меняю. Я хочу просто это менять ники. 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 Но меня не нашли, меня выкинули давным-давно. Я во, салатовый. Летаю за перепечка. За желтеньким я летаю, за перепечка. Мне просто этот, у Ёшиному видео нравится Зачем они выкинули перепечка? Зачем? Они выкинули перепечка. Перепечку. Перепечка. Зачем? Они выкинули перепечка. Перепечка легендарка. Ну все, в следующий раз им хана. За такое. Так я тоже голосовала за перепечку. У меня видео. Зачем мы проголосовали за перепечку? Скажи. В чем прикол? Почему мне нравится перепечка? Мне не нравится он. Почему? Потому что. Ну ладно. Хорошо. У нас с тобой чуть меньше 10 минут. Окей. Так. Пожалуйста, предатель мой напарник, выиграй. У тебя твой друг? Какой? Ну какой-то у тебя друг именно. Ну Паша вот играет с нами. Паша, Паша и ты. Пашу выкинули, отлично. Не, предатель, не выиграй. Включай микрофон. Я чуть не спалился. Так, я, наверное, стану... Хотя я останусь таким же самым. Хотя, не, я все-таки поменяю себе скин. Я, короче, этот, Вик, я голубой. Я себе ник поменяю. Я себе ники буду менять каждый раз, когда я буду менять скин. Я тон ту 1998, я голубой, короче, я голубой полицейский. Окей. Интересно, Вика станет предателем когда-то? И сейчас Вика стала предателем, да? Если предатель? Нет. Нет, я не предатель. Ну ладно. А ты где расскажешь? Я не знаю, где я вообще. Я на карте бегаю. Вик, там перепечка не убили? Я не знаю. Окей, потому что перепечка, он священный. Его нельзя убивать.
Вика, что я за звук слышу у тебя? Это реально просто убил. Кто? Так. О, он был самозванцем. Ого, прикольно. Вика, предатель. Ладно, Вик, пришло время сказать тебе кое-что. Знаешь что, Вик? Что? Я все это время был перепечкой, и ты меня убила. А, да? Да? Я троллю тебя. Ну, согласись, хорошо, я тебя потроллю. Я ни разу не был предателем за это видео долгое. Прикинь, ни разу, просто ни разу. Я не раз уже вот это... Ну да, ты столько что меня убил, я увидела, что ты предатель. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.